Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и я продолжаю рассказывать о заработке в интернете. Давно присматривался, давно это видел, возможно, кто-то тоже это видел, но смотрите, пришло время суперкопилки. Итак, я зарегистрировался под спонсора, под человека проверенного, и предлагаю вам сделать то же самое. Что я получил при регистрации? Сейчас идет вот такая акция, дополнительный бонус, щедрый октябрь. И я получил $10. Ну, 10 тет, здесь внутренняя валюта. И после регистрации я получил баланс 10 тет. После того, как вы пройдете регистрацию, вам предоставится видеоролик, в котором рассказано подробно, как это сделать. То есть для проверки именно вы можете сейчас зарегистрироваться. Ну, я не знаю, насколько эта акция продлится. Ну вот сегодня 28 октября. Я зарегистрировался, получил 10 тет, $10. То есть на первоначальный взнос, на первоначальную проверку. То есть вот я сделал два вклада, которые один составил 6.15, получу я 7.99, и остатки я внес на семечки еще на 2 недели, то есть вот 28 числа. И, соответственно, через неделю я сниму, как я буду выводить эти деньги, либо не буду выводить эти деньги, но все увидите. По крайней мере, вы можете это попробовать без первоначальных вложений. Суперкопилка позиционируется как помощь людям, то есть как помощь друг другу. И здесь вы можете свои какие-то вклады делать. И работает это уже 7-й год. По крайней мере, сейчас прям попробовать зарегистрироваться после просмотра этого видео. И попробовать получить свои бонусные деньги на свой счет и открыть свой вклад. Также вы можете пополнить баланс любой доступной тут любым доступным способом. Вот вы можете смотреть, что здесь есть популярно Perfect Money, Pair USD. Эту систему я пока еще не знаю, но по крайней мере Pair и Perfect Money есть у каждого. То есть, если вы пополняете на 100 тет, это на $100, вы можете не проходить верификацию. И вы можете проходить, здесь нужно еще проходить верификацию, если эта сумма меньше, то есть отправляете свои данные, отправляете свою фотографию паспорта, отправляете свое селфи с паспортом. И на этом мы ждем прохождения верификации. Я сегодня только зарегистрировался. Вот буквально несколько минут назад проделал эту всю процедуру, и вы можете то же самое сделать, попробовать, по крайней мере, и вместе с вами проверим, работает эта система либо не работает. Но если бы не работала, 7 лет она бы здесь вот на интернет-рынке не существовала. Поэтому, кто желает зарегистрироваться, ссылка на регистрацию будет под этим видео. И там вас попросят ввести промокод. Не промокод, а логин пригласителя. То есть, все это будет под этим видео. На этом заканчиваю. Всем привет!